От 3 до 4 тысяч рублей. Именно такой штраф грозит тем, кто решит под Новый год срубить себе елку в лесу. Об этом сообщают сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры. За незаконную вырубку карают строго. Вид наказания и размер штрафа зависит от причиненного ущерба. Работники комитета Ивановской области по лесному хозяйству и сотрудники полиции сейчас регулярно проводят патрулирование лесополосы. В том числе рейды проходят и по обращению граждан. Для тех, кто хочет получить елку непременно из леса, есть законный способ. В порядке информирования граждан стоит сказать, что в настоящее время возможно получить понравившееся зеленое насаждение, то есть елку к новогодним праздникам совершенно в простом порядке, обратившись в лесничество по месту жительства. В каждом муниципальном районе у нас есть такое лесничество, либо руководитель, либо заместитель руководителя, написать заявление о предоставлении о купле-продаже елки, вместе с лесничим выйти на место и осуществить вырубку понравившегося зеленого насаждения в границах участка, определенного непосредственно лесничим. Стоимость данной услуги не превышает порядка где-то 100 рублей.